«Аэроэкспресс» – основной перевозчик в главные аэропорты Москвы – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания занимается железнодорожными и автобусными пассажирскими перевозками. За 16 лет работы «Аэроэкспресс» перевез более 150 миллионов человек. В 2020 году точность следования поездов перевозчика составила 99,7%. В депо «Аэроэкспресс» площадью 56 тысяч квадратных метров компания обслуживает не только собственный подвижной состав, но и поезда других железнодорожных операторов. В Шереметьево расположен собственный железнодорожный терминал «Аэроэкспресс» общей площадью более 50 тысяч квадратных метров, в котором сдаются в аренду 1200 объектов для организации торговли, офисов и складов. К открытию готовится новый терминал компании в аэропорту Домодедово. Осуществлять свою деятельность компании помогает комплекс информационных систем на платформе 1С предприятия 8. Ключевым элементом в системе управления компании «Аэроэкспресс» стало флагманское решение 1С ERP управления холдингом, которое успешно заменило зарубежную ERP-систему. 1С ERP управления холдингом интегрировано с системами 1С зарплата и управление персоналом, 1С документооборот, 1С аренда и управление недвижимостью, сервисом обмена юридически значимыми электронными документами и автоматизированной системой продажи перевозок пригородного железнодорожного сообщения «Аэроэкспресс». С помощью 1С ERP управления холдингом автоматизированы планирование, контроль исполнения и лимитов бюджетов закупок и оплат в разрезе центров финансовой ответственности. В единой системе сосредоточены казначейство, управление закупками в соответствии с законодательством Российской Федерации, управление договорами, регламентированный и управленческий учет, управление взаиморасчетами с партнерами, управление складами. Организован позаказный учет сервисного обслуживания и ремонтов собственного и стороннего подвижного состава. Система помогает контролировать материальные затраты от планирования работ до их выполнения. Оптимизировано управление сдачей в аренду 1200 объектов недвижимости терминала «Аэроэкспресс» в Шереметьево. Оперативность взаимодействия с арендаторами обеспечивает 1С ЭДО. Усилен контроль за договорами и взаиморасчетами. Ускорено выставление счетов и закрывающих документов арендаторам. Система интегрирована с оператором фискальных данных. Автоматизирован учет реализации и контроль оплат проездных документов с использованием различных каналов продаж. Билетные автоматы, кассы, мобильное приложение, сайт, агентские продажи. Точная информация о продажах и оплатах помогает руководству компании контролировать оперативное исполнение бюджета, оптимизировать управление и совершенствовать стратегию взаимодействия с потребителями. Внедрение 1С ERP управления холдингом помогло компании улучшить процессы учета и контроля, сократить издержки и время на подготовку отчетности, осуществлять оперативный переход от консолидированной до детализированной информации в разрезе аналитик. В результате операционные и административные расходы компании сокращены на 3%. Интегрированная система управления на базе 1С ERP управления холдингом помогает компании «Аэроэкспресс» успешно следовать стратегии развития и повышать эффективность бизнеса.